Всем медвежьи предки, друзья, и это Backrooms, то есть за кулисье. Сейчас мы будем играть и попытаемся ее пройти. Так, тут у нас код написан 1648, пробуем. А кнопки тут нету, да? Хорошо. То есть надо нам ее найти. Я тут новичок, поэтому я не знаю. Тут есть подсказка, ну-ка используем ее. Нам надо идти туда. Так, я слышал, что здесь кто-то есть. И кто-то может тебя убить. Я не знаю, кто, ну ладно. Я буду ходить, просто мне кажется, тут ничего такого стрёмного нету. Так, идем сюда. Надо найти вот эту тут стрелочку. Я думаю, к ней надо прямо идти. Прям показана она. Так, я не знаю, тут заблудился. Я вам так реально скажу. Я в эту игру вообще никогда не играл. Надеюсь, она будет не стрёмной. Так. Идем, куда идти? Ё-моё. Фух. Знаете, мне чуть становится стрёмно. Как... Мы идем просто по желтой, считайте, комнате просто. Я даже звук включу, потому что мне страшно. Я думаю, может, я услышу хотя бы шаги вот этого монстра. Так, я вижу. Блин, а может, он сейчас тут появится? Я не знаю. Не стрёмно, реально, люди. О, боже. Так. Идем. Ура, ключик. Ключик, изи, изи, круто. Так, боже, тут так стрёмно, я не знаю. А куда дальше идти? Я снова возьму подсказку, потому что я реально не знаю, куда дальше. Так, куда нам дальше? Вот сюда. Интересно, это что? Мы, там же надо код, как я понял, какой-то вести. Вот. Так, дальше идем туда. Вот тут именно углы. Кажется, как будто за углами какая-то фигня будет. И она тебя убьет. Вот. Стрёмно. Так. Никого нету. Стойте, а может тут реально никого нету? Это может просто шутка, я не знаю. Давайте я не буду бояться, а просто буду идти. Потому что мне за это все время вообще никто не попался. Это, конечно, круто, но я все-таки чуть настораживаюсь. Так. Так, идем. Идем, идем, идем. Вот. Блин, тут капец. Трэш какой. Бежим. Так. Вау, круто, круто. Вот там стрелочка. Наверное, туда надо идти. О, тут темнота. Мне прям стрёмно, капец, реально. Оп. Зеленая пластина. Что? Ладно, хорошо. Открываем дверь. Там же есть дверь, да? Надеюсь. Что-то новенькое. Так, не стрёмно. Так. Открываем дверь. И... Да, боже, это так было стрёмно. Тут прям такая дверь открылась. Тут у нас кнопка. Ура! Мы её взяли. Все, мне кажется, мы выиграем. Я беру подсказку просто, чтобы быстро дойти. Так, нам нужно идти туда. Все шик. Все, мы выиграли, ребят. Все, это реально выигрыш. Ура, мы выигрыши. Ура, все. Я не знаю, что будет там. Может, какой-то скример. Я надеюсь, что мы пройдем сейчас игру. Идем. Так. Боже, стрёмно, капец. Так, готовы? Какой-то же звук чуть повыше сделаю. Мне не страшно. Мне кажется, что это что-то должно прям произойти. Так, мы идем. Идем. О, боже, боже! Нет, 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 нет! Нет! Проигрыш.